Каждое утро у Светланы Жгилевой начинается так. В городской администрации она работает больше 20 лет. Начинала с низов, как говорится, принеси-подай. Дослужилась до заместителя председателя комитета по управлению имуществом. В комитете, где работает Светлана, 13 человек. Они решают все имущественные вопросы в городе, будь то приватизация, предоставление или изъятие земли, судебные тяжбы. Когда еще обучалась в школе, мне очень нравились гуманитарные науки. История, там основа правоведения, или как-то я сейчас не могу вспомнить, как предмет назывался, конституционный строй мы изучали. И все вот эти предметы мне очень не нравились, очень меня привлекали. И однажды у мамы я спросила: а куда надо пойти, на кого учиться, чтобы изучать эти предметы? И она мне сказала: надо идти учиться на юриста. Вот тогда я приняла для себя решение. И вообще я поняла, что юрист – это тот человек, который разбирается в законах, который помогает людям. Но только трудовой день заканчивается, Светлана из юриста и начальницы превращается в рукодельницу. Дома вместо кипы бумаг – нитки с иголкой, вместо компьютера – десятки метров ткани. В обычной квартире на обычной машинке Светлана Жгилева шьет далеко не новую кофточку на работу, а целые коллекции костюмов, в основном в народном стиле. Причем многие детали выполняет вручную. Основы вот этого всего швейного мастерства я получила в школе. Никогда я дополнительно нигде не училась, ни кройки, ни шитью. Вообще у меня навыков таких нет, образования у меня такого нет, только уровень школы. А потом наступили лихие 90-е. И было очень сложно найти какую-то интересную одежду в магазинах, ее просто не было. Был выпускной в школе, и захотелось как-то красиво одеться, захотелось как-то выглядеть прилично, стильно. И вот тогда я начала потихоньку шить себе какие-то вещи. Потом я это все забросила, когда прошли эти трудные времена, когда в магазинах избыток одежды появился и возможности были приобрести что-то себе, я перестала шить. Грандиозный размах детское увлечение Светланы приобрело после рождения у нее дочери. На каждый утренник эта мама шила своей крошке Веронике наряд практически от кутюр. Это сразу отметили в садике и предложили сотрудничество. Так в 2015 году в аленьком цветочке появился свой театр костюма, а Светлана неожиданно для себя стала юристом с дизайнерским полетом мыслей. После рабочего дня, зачастую по ночам, она придумывала и шила наряды. Детсадовцы вместе с родителями демонстрировали их на разных конкурсах и всегда получали высшие оценки от жюри. А потом дети выросли и выпустились из садика, но они и их родители так сдружились, а может и пришились друг к другу, что продолжают посещать театр костюма и по сей день. Для своих встреч арендуют помещения, Светлана по-прежнему придумывает коллекции, девочки уже пятиклассницы, помогают ей, тоже шьют некоторые элементы. Ну и, конечно, показывают наряды на подиумах разных конкурсов и всегда попадают в топ. А одна из самых дорогих наград для Светланы – этот скромный кубок из детского сада, в котором и раскрылся ее талант. Дважды мастерица становилась родителем года. Все участники нашего театра, и не только маленькие, которые на сцене, показывают костюмы, но их родители, мы как одна большая семья, дружная семья. Я не позиционирую семейный театр, работаю в нем как какое-то коммерческое мероприятие. Он не коммерческий от слова совсем. Для души. Он для души, да. Мы общаемся, мы что-то творим, там, причем совместными усилиями у родителей тоже бывают интересные идеи какие-то. Кстати, в аленьком цветочке театр костюма с недавних пор был возрожден. Как и раньше, Светлана шьет наряды для детсадовцев, а занимаются с ними воспитатели и музыкальные руководители. Раз, и развернулись. Но я вернулась в детский сад. Прошлым летом у меня возникла идея, я сейчас еще очень увлеклась фотографией. Второй год я очень увлеченно учусь, и фотографии, и ретушь, работа в фотошопе. Я придумала фотопроект, тоже в народном стиле, и где мне нужны были маленькие дети. Где же мне взять маленьких детей? Конечно же, я пошла в детский сад.
Ну и под фотопроект я отсняла очень большой фотопроект. Сейчас я его уже несколько месяцев готовлю, фотографии. А детскому садику осталась коллекция. И малыши тоже покоряют сцены. У нас уже были лауреаты первой степени, дипломы лауреатов в Устюге на международном конкурсе, в региональных конкурсах. Вперед, несколько шагов, точка, точка, поворотик. Ну, мне уже 6, я с 5 лет стала уже гуси-лебеди. Я Аленушка, и у нас из моей группы 2 ребенка, Настя и Дема, они гуси-лебеди, это Тея и Дема, а матушка и батюшка, это Максим из другой группы и Настя из моей группы. Мне очень нравится со Светланой Юрьевной выступать по разным мирам, и очень нравится, когда все собираются, и мы перед ними выступаем, и все нас награждают. Дети рады, что занимаются в театре костюма. Они получают море удовольствия. Им очень нравится ездить, выступать. Они становятся подтянутыми, жизнерадостными, веселыми. Это их организует. Колоссальный вклад в их развитие вложила Козак Софья Юрьевна. Это тоже музыкальный руководитель. Ну и в девчонок вдохнула просто новую жизнь, именно как в модели Абакумова Светлана Владимировна. Пусть она у тебя вот так вот. За годы творчества Светлана не только набила руку, но и изучила множество материала по истории костюма. Недавно ее работы блистали на подиуме в Москве и получили высокие оценки от судей. В их числе были известный дизайнер Вячеслав Зайцев и историк моды Александр Васильев. Агентство Art Fashion в Котласе брали костюмы у нас, и девочки их показывали на большом подиуме в Москве. И тоже привезли много гран-при, и отзывы были такие, что костюмы были замечены. Лестные отзывы бесспорно стимулируют мастерицу, а вдохновение приходит порой после посещения каких-то интересных мест. Мы ездили в Псков, выступили в конкурсе, пошли гулять по набережной. И вот нас эта набережная завела к какому-то древнему, очень уютному храму. Оказалось, что этот храм это самая древняя каменная постройка Пскова, 9 век. Это как раз времена княгини Ольги, великой княгини, да, великой русской княгини Ольги. И в этом храме похоронены 7 великих псковских княжон. И прощаясь, нас благословили, сказали, что и мы, и все наши княжны, мы вас все благословляем, у вас такая хорошая деятельность, у вас так все хорошо, пусть все будет дальше так хорошо. Мы спокойно сели в поезд, уехали. И я не знаю, как это такое может быть, вот у меня, вот говорю, как есть. Побежали картинки перед глазами. Это был май, и к осени у меня уже все, родилась идея создать коллекцию в народном стиле, в древнерусском стиле. Творчество ничуть не мешает Светлане делать карьеру. Наоборот, за рукоделием, видимо, включаются какие-то новые нейронные связи и приходят неожиданные идеи. Например, как решить то или иное судебное дело или подготовить отчет для депутатов. Ну а семья уже смирилась, что мама вечно занята. Во время подготовки очередной коллекции муж и дочь стараются взять на себя все бытовые дела. Они видят, как, обдумывая очередную работу, у Светланы загораются глаза и знают, новое сшитое платье сделает ее счастливой. А как известно, только довольная женщина может осчастливить и своих близких. Я для мамы манекен. Она на меня все меряет, по мне делает выкройки. Она очень трудолюбивая. У нее много хобби. Она очень любит шить. Она фотограф. Светлана создала уже 8 уникальных коллекций, от сказочных до патриотических, символика Архангельской области. Работу в администрации ради рукоделия она оставлять не собирается. Там у нее отлично получается реализовать талант грамотного управленца. Ну и швейное дело Светлана забрасывать больше не планирует. Наоборот, она старается раскрыть новые грани своего творчества. Сейчас, например, работает над очередной коллекцией в стиле авангард с народными элементами. Талантливый человек талантлив во всем, особенно если он так, как Светлана Жгилева, бесконечно влюблен в то, что делает.